Седьмой год. Открытие будет сегодня, через несколько часов. Сейчас идет подготовка. Рассчитано на где-то 200 человек. Ну, в принципе, у нас нет ограничений. То есть, даже если будет больше, то есть, все равно кого оказывается помощь. Работать будет круглосуточно. Будет оказана первая медицинская помощь. У нас наша скорая помощь, волонтеры каждый вечер будут обрабатывать раны. Также тут привлечены тут и полиция, и скорая помощь, муниципальная служба, которые будут собирать, если те, которые оказываются морозовые, такие моменты, когда пиковые, то есть их будем собирать и привозить сюда. В этом году, слава богу, будет 4 пункта обогрева. Будет Приморский, Киевский и Малиновский. Ну, те будут так номинально тем, что они будут только, когда именно самый пик. Основной будет работать вот этот. Чем кормить будете? Жидкий борщ, суп, бульон, завтрак. Так вот, чем будет чай. Пункт обогрева работает круглосуточно. Привлечено где-то 40 волонтеров. Приходит очень много людей. К сожалению, не убавляется. Хотя мы каждый год, благодаря пункту обогрева, мы по 100-150 человек. Например, никуда более будет люди, либо за ревитацию, но все равно убавляется все больше и больше.